Приветствуем всех, друзья! Это канал Кубачевский, меня зовут Энден Дэна, и сегодня я вам расскажу о том, как поставить любой мод на любую версию Майнкрафта. Думаю, рассказывать про моды нет смысла, что они там добавляют, что с ними можно сделать, все и так все понимают. Сегодня же я вам расскажу о том, как их установить. Сейчас мы перейдем к установке модов, но прежде хотел бы вас попросить, если данное видео кажется для вас полезным, если вы узнаете для себя что-то новое, ну или просто вам оно понравится, то пожалуйста, не поленитесь и поставьте на него лайк. Итак, для начала нам нужно иметь установленный Forge на Minecraft. Если вы не знаете, как это сделать, то посмотрите видео, которое вышло у нас на канале. Сейчас оно появилось справа сверху в аннотациях. Значит, Forge мы установили, и теперь нам нужно скачать какой-то мод. В описании под видео я оставлю ссылку, где можно заниматься поиском этих самых модов. Мы перешли на сайт, и страница с выбором модов уже будет открыта. Нам лишь нужно выбрать нашу игровую версию, что, между прочим, довольно важно. То есть, если вы выберете какую-то другую версию, то моды работать не будут. То есть, мы точно сверяем, на какой версии мы играем и какой версии мод мы скачиваем. Значит, нашли мод, который нам интересен, и его скачиваем. Далее нам нужно его перенести в корневую папку Майнкрафта. Как найти эту корневую папку? Значит, если вы играете через лицензию Майнкрафта, либо через какой-то пиратский лаунчер, то, скорее всего, у вас должна быть кнопка открытия этой папки. Мы по ней нажимаем, и все открывается. Либо же мы нажимаем Windows R, либо в пуске Windows прописываем команду %updata%. Ну, это в том случае, если расположение Майнкрафта вы не меняли. И значит, нас интересует папка .minecraft. И в ней же нас интересует папка mods. Если ее нету, то создайте ее заранее. И значит, скачанный мод мы переносим в эту папку. И все, в принципе, мод у нас установлен. Но знаете, что для некоторых модов требуются специальные поддерживающие моды. Вообще, о их надобности вы узнаете при запуске Майнкрафта. Их нужно будет просто найти, скачать и установить в эту папку. Но если вы хотите узнать больше об установке модов, чтобы не сталкиваться ни с какими проблемами и ошибками, то напишите об этом в комментарии, либо посмотрите видео, которое уже вышло. Значит, оно появится справа сверху в аннотациях. Ну а пока мы с вами закончили. Я надеюсь, что я вам помог. Если это так, то, вероятно, видео было для вас полезным. И почему бы не поставить на него лайк? Ну и также я вас попрошу заглядывать к нам на канал, где вы найдете различный интересный контент, и не только по установке. А пока я с вами прощаюсь. У микрофона был Дэн Дэна, но я надеюсь, что это ненадолго. Всем до скорого!